Девушка увидела на улице котенка с каким-то странным поведением. Непонятно, куда он шел, периодически тыкался носом в бордюр. Она его поймала, а точнее он сам пошел к ней в руки и отвезла в клинику. В клинике осмотрели, оба глаза под удаление, котенок слепой. Ей предложили усыпить. Ну а дальше все по старой схеме. Лохматая душа и котенок наш. Маленький, настрадавшийся, пушистый комочек. Сколько же людей переступили через его жизнь? Мы назвали его эльф. Хотя пол не знаем. А пока забрали его на передержку, он должен окрепнуть перед операцией. У нас нет возможности оставлять его в стационаре. А уколы и промывать глазки мы умеем сами. Оперировать будет Барков.